Самая титулованная спортсменка России Светлана Ромашина об итогах Олимпиады и о своем решении стать спортивным дипломатом. Хочется помогать. Я сейчас пойду учиться. Это должен быть опыт, понимание того, что вообще происходит. Нужно налаживать отношения в международных структурах. Многие свои позиции мы просто проиграли, их нужно заново наверстывать. Я неравнодушный спортсмен, и я хочу прежде всего выступать с флагом и гимном. Фетисов. В воскресенье в 23:00.